Всем привет, друзья, с вами Твак, и сегодня мы поиграем с вами в игру, в которую я играл где-то несколько месяцев назад. Это игра Арсенал. Я играл в нее несколько месяцев назад уже, как я сказал. Там была первая серия, я там был 25 уровня. Сейчас мы зайдем в эту игру, и я вам покажу, какого уровня я стал за эти, получается, 2 месяца. Нет. 3 месяца, надо потом посмотреть будет. В общем, я вставлю это в ролик, наверное. Так, где мой звук? А, выключен. А, вот, все, без звука. Так, ладно. Надеюсь, лагов никаких не будет. В общем, я 53 уровня. Да, я поднялся очень сильно. О, боже, как громко. То есть, было, получается, 25 уровней. Плюс 3. 28 уровней я поднял. Да. Меня этот звук слепит. Чуть потише. Да, звук слепит. Да, прикольно стало. По скинам. У меня есть новый скин. Material Man называется. Здесь можно поменять материал. Сейчас у меня стоит фойл. Very nice. Красиво очень. Я знаю, у меня Butterfly Knife появился. По-моему, там ничего. В магазине, кстати. О, вот он заново обновился. Ничего больше нет. Хорошо, давайте пойдем тогда за синих, наверное. Я уже играл сегодня, поэтому я немного разогрелся. Можете посмотреть первую часть этого ролика и вторую, и сравнить, где я лучше играл. Ой-ой, что-то сейчас, мне кажется, жопа будет. Это еще и видео для меня, потому что я вижу, как я улучшал свою, как это сказать, свой геймплей за то время, которое прошло. У меня и скины поменялись, и у меня поменялось вообще все. Как это еще объяснить, я не знаю. Скилл у меня больше стал. Если я буду проигрывать, это из-за того, что я болтаю в это время. О, боже. Кошмар. О, что-то там плохо у кого-то дела. Да, я очень плохо стреляю все еще. Мы тут с другом с моим играли чуть-чуть. Я играл до записи. Я очень много занимал, блин, второе место. Не знаю, если я смогу в этот раз получить... Хотя бы третье. Ой-ой-ой, что-то там плохо как-то все. Но, в общем, суть в том, что у меня получалось... Я очень много первых мест получал. Попробую вам картинки показать того, как я получал. Первое место, потому что я постоянно фоткаю на телефон, конечно, потому что нет времени скриншот делать. Вот, поэтому... О, красиво было. Хедшот, кстати. В общем, покажу вам некоторые фотографии того, как я получаю первое место. Это все не фотошоп, потому что я не умею работать в фотошопе, у меня его нету. Поэтому... Можете поверить мне... О, боже. Вот я раздаюсь. Деглач, смотри. Опа. Блин. Я очень плохо с пистолетов, со всяких... Да, а им мой полное говно, вообще. Так, кто где? Сыграю сейчас, наверное, несколько каточек. Не хочу, чтобы этот ролик очень долгим был. Уже он как бы 4 минуты. Тихо. Ой-ой-ой-ой, что же я сделал такое, блин. Неплохо будет. Сейчас перезарядимся быстренько. Не знаю, о чем здесь говорить, потому что я концентрируюсь очень сильно. О боже, как красиво было, но очень тупо. Опа. Ой, стоять. Ой, не надо. Плиз, блин, что-то плохо играю. И у меня еще такие дни получаются. Ну вот, например. Это не я плохо. Хорошо, я тоже плохо очень играю иногда.
Но иногда это просто мне не везет. И, боже, я попадаюсь всегда на глаза врагам. Умри, ПЖ. Да блин, ну вот! Вот как это? Я трипл килл сделал. Да. И мне все равно не повысили, ну, в смысле, оружие не повысили. Я отвечаю, я лучше играю. Это одна катка, это не показатель. 16 киллов это очень мало. С учетом того, что я пришел в эту катку, она не заново начиналась. Это очень хорошо. Что-то. Опа. Если кто-то смотрит эти видео и думает, что это как бы туториал в арсенал, что типа профессионал какой-то, смотрите все равно. Я не хочу сказать, что вы уходите сразу, но это не туториал. Я тоже. О боже, вот как это сейчас было, как это залетает. Я тоже очень плохо играю, мне самому туториал посмотреть каких-нибудь перед тем, как вообще эти ролики записывать. Но нет. Так что сразу говорю, что это не туториалы. Боже. Блин. Ой, сзади. Блин. Чё я так медленно понимаю? Я не знаю. Очень реакция у меня плохая. Ой-ой, как плохо. Ух ты ж. 6 минут уже играем, кстати. Ой, их сколько. Ой, уйдите. Хорош! Все-таки, ну, посадил я его на нож. Отлично. Круто. Или не посадил, подожди. А, тот другой чувак посадил. Окей. Опа. Где мы? Сейфхаус, наверное, поставим. Так, в шопе ничего. Scientist. Говно. Скины такие, конечно. Microphone allows you to play any sound ID you'd like. Прикольно. То есть можно абсолютно любой, нужно найти ID этого как бы песни какой-нибудь или звука, который вы хотите проиграть. И, короче, можно абсолютно любой. Ну-ка, погоди, сколько у меня FPS сейчас? 50. Боже, вот это, как это плохо. У меня же FPS эмулятор стоит. Потому что такой себе у меня довольно слабый ноутбук. Точнее, ну он как, он в плане для гейминга он слабый. О боже. Я бог просто. Да, и мой лучший просто. Сюда идем, кемпим просто и все. Вот здесь они сейчас сюда просто все будут заходить, пока мы с спавнами не поменяемся. Вот, там кого-то уже убили. Сейчас просто надо ждать, пока они сюда придут. Так, там свои, сзади никого не должно быть. А, нет, только они сзади теперь все-таки. Все-таки я был не прав, что сзади никого нет. Ай-яй-яй-яй, это плохо сейчас очень было. Я себе еще хочу купить VIP в эту игру. Его цену на него понизили. Потому что раньше он там 800 чем-то робоксов что ли стоил. Сейчас 490 с чем-то он сейчас стоит. Ой-ой-ой, как плохо. О боже, вот это сейчас было очень плохо. Капец. Фу! Чуть не обосрался, блин. Ой, плохо. Сейчас, подожди. Опа! Так и думал, что он сейчас сюда залезет. Ой! Плохо. Залетает мне тогда еще иногда. Это вообще. О боже, ракета мне прямо в лицо летит, окей. Вот как он так стреляет, а? Скажите, пожалуйста. Ой-ой-ой, уйди, пожалуйста, уйди, пожалуйста. Изыди. Изыди, демон. Блин. Сейчас еще и оттуда настреливают. Ну, конечно. Вот как это так происходит? Ну, блин. Это не я уже виноват. Это уже, блин, моя неудача. Опа, в воздухе пострелял. Ой, ой, не надо. Ой, пожалуйста. Ой, плиз. Дай убью. Дай убью. Опа. Блин, сам себя убил. Черт. Ну, я двоих еще, кстати, убил. Перед тем, как себя убить. Умри. Спасибо, боже. У, с чем он таким был? 12 хп мне осталось. О боже, это что такое? Телефон, извините. Что такое? Вставка, короче, есть, которую я сам смастерил на уроке одном в школе. Она, короче, блин, металлическая. Из-за этого телефон просто ужасно вибрирует. Ой, бля, прям в лицо летит.
Иди, пожалуйста, нет. Короче, они все внизу. Сейчас надо просто идти туда и уничтожить. Меня бандикам опять забайтил, сказал мне, что нельзя больше 10 минут снимать, я уже 10 минут снимаю. Катку еще даже не закончил. Мне хотя бы одну катку сейчас надо закончить. В общем, это очень долгий ролик получится. Я, наверное, буду очень много моментов вырезать. Какие-нибудь хорошие там оставлю моменты. На нафиг, просто изи. То есть у меня будет два отдельных. Вот хорошо, что у меня два монитора есть. Я сейчас могу смотреть на бандикам в одном, а в другом играть, ну, на другом мониторе играть. Поэтому я увидел то, что он это написал. Ой, ё, да в смысле 2 хп ему осталось? Думаю, он умер. Что за бред? Отлично. Оу, хедшот, ё, вот этот момент точно я оставляю в ролике. Долго я записываю, долго. Ой-ой, чё ж так плохо-то? Я вижу, там пропадают эти никнеймы моих тиммейтов. Потом следующий ролик будет еще через несколько месяцев. Почему? Потому что у меня там школа, типа, и так далее. Сегодня у меня школы нет, блин, выходные. Длинные выходные. Так вот, следующий ролик будет тоже, скорее всего, через несколько месяцев. Посмотрим, посмотрим, будет ли еще один ролик. Посмотрим, сколько лайков наберете. Что-то подписчиков у меня больше не становится, я вам так скажу. Что я не так делаю, я не понимаю. Напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я поиграл в Майнкрафт. Блин. Либо я сейчас запишу этот ролик и еще Майнкрафт запишу. Посмотрим, начнем какой-нибудь новый мир для выживания. Хоть у меня их там уже и миллион, но еще один начнем, не проблема. И будем выживать. Типичное выживание в Майнкрафте. Ёшкин кот, вот это у меня дернулась рука. Боже, что он там стоит, а? Обожаю, когда они так стоят. Кто там настреливает? Слышите? На! Просто. Присели на дорожку. Почему они все здесь? Что за бред? Что происходит вообще? Ой-ой, сзади! О-о-о-о, щит, и вил, как его убили. Ладно, ну что ж, вот, 53 уровня, у меня 5019 киллов. Сегодня 5000 киллов набил. Можете меня поздравить. В общем, с вами был я, Твак. Пожалуйста, расскажите об этом видео своим друзьям. Напишите в комментариях, снимать ли мне Майнкрафт или продолжать снимать Роблокс. Всем удачи, здоровья, подписок мне на канал, пожалуйста, и всем пока!